Вот тебе и сентябрь. Как тепло, надо же, а? Красота. Друзья, всем доброе утро, девочки, мальчики, всем привет. Родители собирают детей в школу, а мы накрутили уже целый тазик томата. Сегодня день знаний, и я всех-всех деточек наших, внучаточек поздравляю с этим праздником, с хорошим таким днем. Пусть идут учатся. Вот, дай им Бог получать пятерочки, побольше пятерочек, конечно. Крепкого здоровья им пожелать, пусть достигают своих целей. Вот, у меня тоже одна студентка и три ученика. Вот, старшенькая, значит, на второй курс идет училище, педучилище, ну, там, как колледж. Вторая внучка в 9 класс идет. Потом Мишенька с Вероникой идут в 3 класс. И маленькая Лерочка идет в подготовишку. О, 5 учеников. Так что я богатая бабушка. Я их от всей души и всех-всех деточек поздравляю с этим замечательным, хорошим, таким светлым праздником, днем знаний. Все идут в школу, собираются, цветочки. Но я говорю, Андрюша, говорю, что-то вы не приехали ко мне за цветами. А он говорит, решили купить один большой букет от всего класса. Я говорю, вот это правильное решение вы приняли. А то тратятся родители по 3000, по 1500 на букет, а потом эти букеты летят куда-то в мусорку. А так, один букет красивый подарили учительнице, уже точно он у нее будет. Она точно его заберет домой, потому что он будет один у нее. Да, забыла вас спросить, как у вас дела? Все хорошо? Ну, слава богу, я рада за вас. Ну, докрутила я помидор. Тут вот у меня тоже целая чашка еще помидор. Здесь у меня малиновый натиск сорт от партнера. Они очень тугие. Я хочу закрыть 3-литровую банку. Здесь я сорвала уже зонтики укропа. Вот. Потом базилик положу. А здесь я буду делать пасту. Не пасту, а больше так, кетчуп, можно так сказать. Или приправа с базиликом. Вот томат мне Валера уже накрутил. Хотел Валера перекрутить мне базилик на мясорубке. Ничего не получилось. Зажевывает на нож, все наматывает. Поэтому сейчас в блендере все перемотаю, перекручу. Вот. Перчик вот тут сорвала я. Положу помидорки вот в эти в целенькие. Закручу. Залью просто рассолом. Сладеньким. Я обычно на 3-литровую банку помидор, в общем, добавляю 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек сахара. Я люблю, чтобы они были сладенькие. Ну, сластеная я вот такая вот. Что поделаешь. Ну что, приступаем. Начинаем работать. Начинается мой новый день. Да, забыла сказать, что вы на канале Галина Новый День Деревня. И мой канал о простой деревенской моей жизни, о моих простых деревенских буднях. Добро пожаловать. Большую кастрюлю взяла с мантоварки. Сейчас сюда перелью. Может, даже придется в 2 кастрюли. А нет. Поместилось все в одну. Чуть-чуть пролила на газ. Ничего страшного. Вытираем сразу, чтобы не пригорело потом. Включаем комфорту. Так. И сюда сейчас поставлю. У меня здесь практически уже и вода закипела. Сейчас можно будет залить и помидорки кипяточком. Базилик сейчас перекручу я в блендере. Такой базилик у меня в этом году прям хороший. Шикарный вырос. Перекрутила я базилик. Но надо сюда обязательно добавлять воды, когда крутишь в блендере. Сейчас разделю вот на 2 лоточка. Это мне на раз, на эту кастрюлю, конечно, многовато. У меня кипяточек кипит уже. Аккуратненько, чтобы не обвариться. То я уже один раз руку ошпарила паром. Так сильно валдырь был такой большой. Потом лопнул, потом так заживал долго. Кое-как вылечила. Такую мазь прям хорошую в аптеке мне посоветовали. Ой, смотрите, вот капелюшку прям не хватило. О. Сильно долго не хочу ждать, когда она тут все выварится.
Вот, легкий способ. Смотрите, опускаю ситечко. И сейчас вот здесь вот всю жижку буду вот сюда вот выливать. Видите? Тоже вот высмотрела в интернете. Что вы думаете, сама что-то придумала? Ну, откуда у нас у бабушек уже так мозги не работают, как у вас у молодых? Это вы, молодежь, нам молодцы. Тут все предлагаете, все придумываете. Какие-то новые рецептики. Да, мы, бабушки, привыкли уже все по старинке. О, красота, да? Смотрите, видите, сколько я уже выбрала. Это мне сколько надо было ждать, пока оно все выкипит. Все, добавила я базилик. И теперь пусть проварится еще у меня с базиликом. Минут 5 достаточно, больше не надо. Добавляю сахар. Я сказала, что я люблю сладенькое, чтобы было для помидорки. 3, 4, 5 ложек сахара. Потом весь рассол даже можно выпивать. И 2 ложки соли неодированных. 1, 2. Оно все будет нормально. И потом, когда закипит, добавлю чайную ложечку эссенции. Прям настоящая эссенция, 70%. Все ставлю на газ. Сейчас закипит и залью рассолом. Соус мой тоже уже можно разливать. Уже проварился он у меня хорошо. Сейчас баночки у меня уже готовы. Буду закрывать. Попробую. Пахнет вкусно. Должно быть и на вкус быть вкусной. Бомба. Ой, какая вкуснятина. Что значит базилик и томат? Как они хорошо дружат. Так, переставила, а то тянусь, я боюсь, опять обожгусь. Все у меня здесь закипает. Чайную ложечку эссенции добавляю. Залью этим рассольчиком. Рассол. Сейчас попробую на соль, на сахар. Вкусненький, очень получается вкусный. И закручиваем крышечкой. Проверяем. Все нормально. Все под одеялко. Девчонки, ни один томатик не лопнул. Ни один. Так, с банк с помидором за... закруглилась. Теперь принимаюсь за наш соус базиликом. Все. Быстренько. Быстренько. Сейчас и это все перекрутим. Видите, какой густой, девочки, видите? Прям красота. Хоть с картофельным пюре, хоть с макарошками, хоть так на хлебушек помазать. Будет все вкусно. Последняя баночка, крайняя. Все, я перекрутила. Сейчас покажу, сколько у меня получилось. Ну вот у меня, смотрите, 1, 2, 3, 4 семисотки, 1, 2, 3, 4, 5 по пол-литра. Все. Сейчас все на веранду, все под одеялко, а потом в погреб опущу. А здесь у меня еще вялятся помидорки, видите? Так что заготовки, заготовки, еще раз заготовки продолжаются у нас в деревне. Вышла на улицу, а на улице у нас лето. Первый раз такое, что чтобы 1 сентября детки наши пошли нарядненькие, без шапочек и без, я имею в виду, курточек. А то всегда родители... накупят нарядок. Гольфики беленькие, колготки беленькие, тоненькие. А потом одевают куртки, шапки. Первый раз такой сентябрь теплый.
Вот и лето прошло, вот и осень пришла. Ну вот сейчас я посмотрела, на солнышке 28 градусов. Прям очень тепло, и ни одного облачка опять у нас нет. Небо какое красивое голубое. Ну, помидор у меня осталось мало. Я в основном все переделала. Вот здесь остались у меня немножко. Сейчас покажу, сколько. Буду делать просто томатный сок. И да, есть крупные, вот такие розовые, большие. Будем на салаты резать. Вот у меня осталось, видите, мало помидорок. Не знаю, там в теплице, конечно, что наспеет, а что и не наспеет. Скорее всего, что не очень там будет много. Вот эти вот розовые будем съедать сразу. На салаты будем резать. Они тут постепенно будут поспевать. Ну, а эти вот все остальные, мелочь всякую тут. Разненькие, корявые, всякие-всякие разные перекручу на томатный сок. И потом еще надо и хреновушеньку еще же сделать. Забыла про хреновушеньку. Красота, все цветет, все благоухает. Конечно, не хочется никому холодной, дождливой погоды. Я вам посмотрю, как... Новости Приморья. Ой, бедненькие люди, как мне их жалко. Вывозят их там, не знаю, какими-то военными, по-моему, уже даже кораблями. Спасают людей от наводнения, от этого. Страшное бедствие, конечно. Ну все, на этом буду заканчивать свое видео. Пойду его быстренько сейчас смонтирую, чтобы оно сегодня вышло, потому что сегодня же 1 сентября. Вот еще раз поздравляю наших дорогих деточек, моих внуков. Всех с Днем Знаний, пусть учатся, пусть зарабатывают хорошие отметки, пусть стремятся к хорошей жизни, к хорошим знаниям. А вам всем, друзья, всем пока-пока. Оставайтесь живы и здоровы.